Вот. Это Покровский храм, мы находимся на Приорке, где служил отец Леонти Филипович иеромонахом, так что это его, где была его церковь. Мы можем вокруг, да, обойти. Прошу вас, прошу. Захоронение какие-то. Без надписи, да, смотрите? С той стороны там они будут видны. И тут кладбище было, или тут святые похоронили? Я даже не знаю, надо спросить еще.
очень будет интересно.